В павильонах Мосфильма и в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко начались съемки проекта телеканала «Культура. Большой балет». Участие в них принимают артисты театра, оперы и балета республики Ринат Бекмухаметов и Анастасия Лебедик. В первый день ребята исполнили вальс на музыку Машковского, сообщил нам наш главный балетмейстер Марьяна Рыжкина. Во второй программе исполнена адажио из балета Прокофьева «Золушка». Репетиции проходят в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Напомним, «Большой балет» — это единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет даже за рубежом. Он открывает новые имена в балетном искусстве, дает возможность молодым артистам проявить себя.